Мужики, всем привет! В общем, сейчас в таком состоянии уже тракторок. Установлена коробка капитально. Сварены под нее крепления. Крепление переделывал несколько раз. Для того, чтобы воткнуть рулевую рейку. Правильно, будем так говорить. Рулевая рейка восьмерочная. Хотел я ее сначала снизу рамы поставить, но совсем, как говорится, не то пальто, упиралось в кардан все это дело. В общем, умудрился впихнуть ее в раму. Все капитально, замечательно, рулежка обалденная. Изготовил тягу, это восьмерочная же тяга. Вот, единственное, пришлось открутить вот эту штукенцию, взять короткий шаровый, вот он, вот она, вот эта тяга, шаровый сюда прекрасно, вот этот наконечник входит, вот, и, соответственно, обварил его здесь по кругу, полуавтоматом все, есть возможность регулировки, то есть скидываем шаровый и вращаем в нужную сторону. В общем, настроены рама сейчас на перелом абсолютно одинаковые. Тяга прямая, не вареная. В общем, замечательно. Сделал ограничение вот этого кручения, будем так говорить. Все здесь абсолютно без сварки. Ну, я имею в виду, кроме самого упора, да. Абсолютно все без сварки. Даже вот эта сошка была прогрета резаком, вывернута в нужное направление, так чтобы вот она проходила по над рамой, но ее не задевала. Сейчас покажу, как это все дело прикрутил, то есть лишнее обрезал. Вот это с другой стороны сошка, ну, смысл не меняется. Отрезал вот эту часть, прикрутил ее наоборот, вот таким образом прикрутил и просверлил. Все, ничего тут абсолютно варить не пришлось. Потом нагрел резаком и газовым ключом выгнул вот это все в такое положение, какое мне нужно. Вот, тяга ходит тут, расстояние ровно, я не знаю, сантиметра, наверное, 2 до рамы. В общем, капитально хорошо получилось. Как-то так. Сейчас я разбираю, снимаю абсолютно все, расцепляю полурамы и теперь обвариваю мосты. Мосты у меня прихвачены, но не обварены. Вот, здесь получилось у меня 20 сантиметров, даже 23 сантиметра подъем. Почему именно так? Потому что в одном из положений, когда кардан уходит сюда к сошке, оставил там буквально 5 миллиметров, так чтобы кардан в одном из положений, да, накручения до упора, не касался сошки. Вот и все. Замечательно получается все. В общем, да, пришлось раму удлинить на 12 сантиметров. Она у меня была ровно метр. Вот, теперь удлинил я ее на 12 сантиметров, и она вышла у нас 1,12 м. Почему так? Не знаю. Это для того, чтобы здесь была, ну, это сейчас она опустится, будет ровно 1,90 м получается. Вот, почему пришлось добавлять? Ну, как всегда, человек приехал, да, хочу маленький трактор, вопросов нет, сделаем маленький трактор. Колея так, что в прицеп заезжал, померили прицеп, все отлично заезжает, капитально. Планировалось просто шкив, да, без сцепления полноценного, вопросов нет, рамы метра хватает за глаза. Но аппетит растет во время еды, когда это все это дело было уже сварено. Полноценное сцепление. Ну, конечно. Почему бы не поставить? Оно же так все удобно.
все замечательно. Вот. Все это опять разбирается. Опять это. Я даже со счета сбился, сколько раму я переворачивал. Так, чтобы было отрезать ее. Так, чтобы ее варить. Так, чтобы ее зашлифовать. Я просто сбился со счета. А она же все-таки... Ой-ой-ой, какая нелегкая. Вот такая вот, мужики, история. Но это ерунда. Это ерунда. Все тут уже аж рассчитано. Все замечательно. Ширина... Вообще идеальная, да? Колея 70, рама 45, двигатель 17 лошадей. Вроде все влазит, хотя и сцепление влазило и до удлинения. И плюсом гидравлику воткнуть. То есть нужно еще сюда внедрить НША, где-то разместить гидробак, где-то разместить распределитель, да? Все эти дела, ну, при этом должно все быть компактно. Ну, конечно, а почему бы не сделать? И все по новой, все по новой. Опять все разбираем, опять все переделываем, перевариваем, довариваем. В общем, тракторок очень легко дается, быстро делается с такими вот моментами, да? Будем так говорить. Это я возмущаюсь, да, это я возмущаюсь, мужики. Потому что, сами представляете, кто занимается. Как ворочить железяки. Вот. Или ее перевернуть в процессе несколько раз. Или переделывать ее, доделывать. И все остальное еще добавить раз 200. Совсем очень удобно. Вот. Как-то так. Ну да бог с ним. Сделаем. Самое интересное впереди. Это уже будут отдельные видосы, мужики. Отдельные видосы, конечно. Ну, тем не менее, почему бы и не сказать. Узел перелома ступится, да, планировалось, что все по-простому, все по минимуму. Вопросов нет. Сделаем, сделаем, конечно, сделаем. Но с появлением гидравлики, да, здесь уже планируется такой ковш, который будет загребать, а там, я не знаю, отсев, землю, там возить грузы и все остальное. Ну, конечно же, это же очень удобно использовать вот на ступицу, да. Планировалось просто навесочка с плужком там, да, какими-то орудиями. Но уже нужно сюда вкрячить ковш. Ну, ступица. Почему бы сразу не запланировать тяги, да? Ну, ступица. Ну, пускай будет ступица. Либо делался трактор, либо делается погрузчик. Это две разные, большие, разные вещи. Снимаю все с первого дубля. Могу заговариваться. Даже монтажа делать не буду. Даже не буду делать монтажа. Так что, да, я возмущаюсь. Вот такие заказы больше делать не буду. Либо определяйтесь сразу, что конкретно нужно. Потому что это все продумывается на стадии еще проектирования рам и всего остального. Ступица будет ходить. Будет ходить она с навеской, с плугами. Вот. Ну, никак не с грузом в 150, в 200 килограмм на хвосте. Так что, интересный вариант. Ну, пускай, пускай будет так. Вот. Ладно, сейчас это все дело разбираю. Разбираю все это дело, обвариваю. Заодно мне нужно укоротить 4 полуоси. Поедут они в город Курск, Курск транспортной компанией определенного размера. Вот. И привезли мне еще мост тоже с соседнего района. Нужно его чикнуть на колею 70 сантиметров. В общем, сейчас укорачиваю. Точнее, сейчас обвариваю все эти вещи, собираю. Вот, и занимаюсь полуосями и мостом. Вот такие вот дела. Такой вот небольшой короткий видос, мужики. Я не знаю. Ну, как говорится, хозяин-барин. Это как в мультике, да? Вот про вот эти вот, когда мужик принес шапки дошить. Из этой шкуры шапку шить ты можешь или нет? А можно две шапки, да, из шкуры, из одной.
А выйдет две? Да, конечно, можно. Вопросов нет. Вопросов нет, сделаем. Вот. А три? Говорит, три шапки можно. А три? Можно и три шапки. Так и здесь получается, да? Пока вот проект будет закончен, мы уже сошьем там, я не знаю, 5 или 7 шапок. 7 шапок выложил Скорняк на свой рабочий стол. А в итоге, ну это, я не знаю, это так, к слову сказано, конечно, да. Я возмущаюсь, мужики, я возмущаюсь. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока, всем удачи. Кому интересно продолжение вот этого мощнейшего проекта, обязательно жмите на колокольчик. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Я думаю, тут еще будет очень много интересного происходить с ним, потому что идеи подкидываются каждый день. Вот говорю, как есть, ничего не обманываю, ничего абсолютно, вот как есть, потому что знаю, что заказчик посмотрит обязательно это видео, так что ничего тут такого страшного нет. Это мое право возмущаться. Вот. Так что пишите комментарии. Я их все читаю. Все, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.